боя. Трое. Минус трое. Я стрелял, убил одного на суициде. Внутри. Или это ты внутри? Я внутри. Бил второго на суициде. Я ничего не могу сделать. Ты там не рядом с Артемом живешь? Как бы да, рядом. Да, есть немного инерции, чат. Чувствуется инерция. В этом все сказано. А где там галочку точно поставить? Где-то секунда, короче, вот когда я нажимаю АД, вот сейчас, да? У меня где-то персонаж через секунду только движется в то направление. Если кто играл когда-нибудь через облачный гейминг, вот очень похоже. Пойдем тогда. А почему ты сюда прыгнул? Ну я справа слышу. Подвал? Не, подвал там мне не надо. Скорее двое. Так уверенно сказал, что... Я ему попал, но я не убил. Я не знаю, где он. Я стрелял, убил одного на суициде. Внутри входит. Или это ты внутри? Я внутри. Бил второго на суициде. Ты за палаткой? Нет, вот он стреляет. Он за палаткой. Со скрестки это он стреляет. Угу, я хилюсь. Я хилюсь, не херово. Била. Еще, по-моему, один там же, аккуратно. Иду. Не спеши, Мэтт, погоди. Я ж тоже не супер этот теперь, мэн, блин. А, он так же за палаткой там сидит. Я на главном-то. Бля, кто у меня еще бегает? И всех еще один. Да. Бля, мне херово, Мэтт, скорее всего, умру. Нормально живу. Бля, бот, не смей. Походу ПС-ки были заряжены, и кое-как его убил. МР-ку тебе надо, Мэтт? Или так купишь? Да я так себе куплю, у меня нет. Нет. Белый броник, присадка, СКС-ка с оптикой, флешка. Работа подошли под вусами. Контроль. Вот я тут и стою. Его немножко не летит, так будем не пользоваться. Ой, что со звуком, что за лаги. На палаш-то не прилепишь. Пятерых. Где какой круглый который? 200 по броне дал, видите? 20 попаданий. Вот. Егерь. Камень егеря, пистолет, походу. У меня еще есть на тропе, тихо. У меня чел где-то в кустах. Вид, ты где? Слева от егеря.
Убил. Да надо этого задушить, он сейчас же пристрелит, мразь. Фигрант. Моя. Он косой, что я не знаю, но... Кто-то еще стреляет. Он мне... Понял. Ищу. Ходит у меня медленно. Убил. Да он стрелял, да? Да, да. Я двоих тут убил на этом холме. Тут еще? Не мы. Смотри. Тут оружие, по-моему, скидывал. А ты бегаешь сейчас под диком, под диким, под сторону воды побежал. Нет, я не бегаю. Поднимается, поднимается к тебе от дикого. О, не от дикого, от этого. Слышу. Возможно, с хитом. Я потерял его. Пошли, Артём. Кто-то там труханул, убежал уже давно. Я иду уже. Вижу его. Идем. У воды. Я к тебе подхожу за спины. В кепке, да, желтый, по-моему? Нет, каска зеленая. Радник. А, кепка желтая. Он там спрятался в кустах, надо идти под размен. А, вроде видел его. Тенька? Блять, или это тень была? Прямо за машиной вроде как. Какую гранату их туда оформить? Кинь слева от машины в кусты гранату. Ушла. Стой! У камня. Минус. Убили. Пистолетчик сзади еще. Вот здесь чей. Надо тебе проверять его на майке. Фокс. Да, мне в чате его нужен. Че в чате? Ну, вот этот Фокс. У них челик с письмом убежал, который пистолетчик, судя по всему. А-а-а. С письмом егеря убежал. Вы бегаете по тропе? Да-да-да. Да-да. Как медички пошел, не садился на стол. Подождешь. Вы идете от танка? Нет. Инфу? Минус. Пистолетчик, кстати. Не тот ли самый? Ушел, который. Который ушел, да, с письмом. Угу. Он говорит, ушел с письмом. Я внутри лутаю. Я тоже. Маль пора. Ну, не всегда. Где мои солевы, я не понял. Упор. Он тоже бабки стоит потом. Шарнирный ключ, это что такое? А он и был. Таня про него же говорил. Игра. Ну, в смысле, он и был. Для крафта видеокарты. Он был вайпа был. Нет. Там трещоточный ключ, а это шарнирный ключ. Ну, Аня что-то говорил. Он здоровенный, красный такой ключ. Ну, туда надо вместе идти всем. Да-да, пойдем. Собрал последнего этого? Собираю. Кстати, новый прицел посмотреть. Как они его реализовали. Что за прицел там они? А, ну как в арме, так же. То же а, самое. Вот этот? Который армовский? Да, который на русские калаши там обычно ставят. Так, второго Антон. Так. Третьего рюкзак не обыскал. В смысле, все вроде обыскал. Ручка РК-6 продается на первом уровне лыжника. Пойдем. Пойдем. Тихо! Показалось слева перед нами.
Не знаю, короче, может быть, вас так слышал стрёмно как-то. Нет, нет, кажется, есть. Да-да-да-да. Спуски? Вдоль скалы к нам идет, подкрадывается. Блин, я не могу встать. Прыгает. Дал его. Слева. Убил. Один, блин. Хлопец. Не ты ему туда оформить? Он вышел здесь у вас, в центре. Блин, ты бил меня. Двое. Трое. Минус трое. Вот это тайминг, только начали отходить отсюда. Я у тебя. Они услышали. И засуетились. Что-то они тоже без солев. О, солева. Хотя бы одна. Ты бегаешь? Железо задел. Ты, да? Да. Кто-то бежит. Слышу. Убегает справа поле. Убил. Вид, прикрывай. Я смотрю, смотрю, слушаю. Посмотрю. Пока чисто. Донаты, спасибочки. Четверых. Ну, троих первых красиво было, согласитесь. У меня убит Юсек. Это которого ты успел убить? 16:28 время. Походу тот, который в конце прибежал. А, походу, да. Потому что у меня всего одну секунду убито. Ты заходишь? Да, я на левой стороне. Одного минус, пистолет. ЦСК должна быть. Калаш. Аля. Смотри, боковой вы. Долетел. Давай, стаминка. Мне кажется, он в палатке сидит тут, с своей стороны справа. Я на главном? Вышел, там были. Вижу его. Убил. Вы на главном? Да, я. Я с бокового захожу. Какое-то железо сейчас слышал. О, у меня сидит здесь, я же сказал. Справа там на проломе. Метал чей? Я метал. Вышка. Не работал. Какая вышка? Да, тяжело. Убил. Что, ребята, все, наигрались. Каких опять? 5-4 здесь. По троих убил. Вот у меня один. Так вот, ребят, добавили инерцию. Все ПВП убито в хлам. Убивать нереально теперь просто. Нереально убивать. Что ж теперь делать-то, блин, такое? Просто резко, кто раньше сидел и не умел играть в кустах, теперь стали побеждать всех. Видите, как происходит? Накидался сарказмом, короче. Просто взял... Уничтожил. Целую меня. Гору сарказма и кинул в монитор. О, солева еще одна, отлично. Так. Ты подбегаешь? Да, я. Почему читал, видел, что в конце написано. Ты про барахолку, да, видел? Читал. Тихо. Подходит к нам. Уже на территорию. В контейнере внутри. Не регает вид. Аккуратно. Нет, он меня убил. Я ему все лицо расстрелял. Конь.
бегаешь? Убил. Опять сейчас типу не регнуло в лицо первой пулей. Вон у него в каске дыра, блин. В носу дыра, в глазу дыра. Ему все лицо расстрелял. Ну, мозги у него не там, видимо. Ну, там ниточка, видимо, которая держит два уха. Не перебил я ее первым выстрелом. Поэтому важные, жизненно важные органы не задеты. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.